Всем приветики! Я хотел бы показать вам свою мышку, которой пользуюсь уже 9 лет. И собираюсь ее заменить. Просто я на нее так тогда и не делал обзор, тогда я еще и у меня еще и канала не было. Вот, а сейчас хочу купить другую. Ну, собственно, покажу вот эту, а потом сравню ее с новой, потому что новую закажу примерно такую же. От той же фирмы. В общем. Покупал я ее в такой вот коробочке. Oakley Legacy Gaming Mouse. Так вот она выглядела довольно-таки красиво. А еще на то время, 2015 год. Вообще красота. Вот. Дальше вот у нее такое все. Сзади у нас что? Ее характеристики, да, всякие вот. Здесь английская версия, русская версия. И вот то, что она проработала 9 лет, уже говорит о качестве. Хотя тогда все брали всякие такие, типа, вот блуди, там все такое. Все такие популярные брали эти Logitech. А это была какая-то неизвестная. Я так... А мне она понравилась, чисто вот по виду. Еще открываешь, и она здесь лежит. Вот такая. И я захотел взять. Я не знал, сколько она проработает. Но на нее гарантию давали, поэтому я думаю, ладно. Здесь еще такой чел идет мощный. Я, типа, такой с мышкой своей. Вот. И я захотел взять. И я не знал, сколько она проработает. Я первый раз такую брал. И я так, а такой еще никогда ничего не слышал. Вот. И не пожалел. 9 лет ей пользуюсь. И сейчас хочу заменить. Не потому, что с ней что-то не так, а потому что, ну, уже все. Ну, она уже, ну, не алло. Она уже некрасивая. И то, она была вся в таком засаленном. Это я ее так очищал. Просто она была вся такая от пальцев под здесь грязью. Это было такое засаленное, замызганное. Я, чтобы ее показать, отдирал, просто очищал от всего этого. Ну, она и так была где-то зацарапанная, но еще было в поте, в грязи, в каких-то вот таком налете за 9 лет использования. И я вот ее, конечно же, все очищал, чтобы показать. Вот здесь у нее как бы тоже какие-то характеристики. Ее DPI. Ну, такая простенькая, как бы для руки вообще удобно. Типа вот здесь для пальца такая вот такой подъемчик, вот он. Здесь такие резиночки. Здесь, ну, для большой руки вообще нормально. Здесь два пальчика лежат. Третий на этой вот перегородке лежит, вот она. На вот этой. А четвертый, вон он. Для него тоже здесь такой выступ. Он как автомобиль, чисто такие выступы. Здесь такие вот пальцы лежат, каждый на своем выступе. И вот так. Так вот лежит. И ты ей пользуешься. Ну и вот, и она, в принципе, удобная. Ей нормально пользоваться. Вот так я в основном ей пользуюсь. Да, кстати, здесь так... Она еще, кстати, вся светится. Сейчас я подключу. Ее, кстати, можно даже без компьютера подключить. Она просто будет светиться. Ну вот. Как бы, да, оно так светится. Здесь все синее, когда там двигаешь, оно там вот немножко розовеньким загорается. Из-за этого красного оно здесь отсвечивает. Вот. Это зелененькое. Когда DPI самый минимальный не горит, потом средний горит, максимальный ярче горит. Вот. Спереди горит. Ну и тут, естественно, когда двигаешь, ярче горит, когда не двигаешь, в ожидании, когда двигаешь, оно уже загорается. Вот. Вот такая мышка, ну, красивенькая довольно-таки. Такая на столе лежит. Красиво, красиво смотрится, ну, как здесь, в принципе. А еще это. Вот, красивенько. Ну, я всегда на максимальном DPI. И, в принципе, она работает до сих пор, все хорошо. Единственное, что она уже такая замученная, просто вся зацара. Вот, он видно там такое, как бы, серенькая, коричненькая. Вот это все пыль, грязь. И она была вся в таком. Это я ее очищал. Ну, естественно, зацарапал, пока очищал. Ну, естественно, да. Хочется что-то новое. Поэтому возьму такую же оклик. Только уже, по-моему, не 700, как она там, 45, а 790. Лишь не помню, как. Короче, возьму. Вот, поэтому решил показать эту. Какая у меня была. Чтобы сравнить ее потом со следующей. Вот, так что да. А в коробке, кстати, да. В коробке. Что было в коробке? Вот все. Там больше ничего.
Здесь мышка лежала. И вот это достается. Потом гарантийка. Гарантийка, которая не заполнена, кстати. Но на мышку 3 месяца всего лишь гарантии дается. Поэтому, в принципе, любая мышка 3 месяца, я думаю, прослужит. Так что толку от той гарантии. И самое главное, вот чек. 15-й год. То есть просто в 15-м году я ее купил, а уже 24-й. 9 лет, Карл. Да, ну ладно, 24-й начало, а 15-й конец. Ну 8. 8 лет, Карл. Да. Ну и стоило тогда 290 тысяч, 29 рублей на сегодняшний день. Ну, я буду брать версию поновее. Это будет 39 рублей. То есть чуть-чуть дороже. Короче, здесь было 30 рублей, сейчас станет 40 рублей. Короче, на 10 рублей дороже. Вот, ну и посмотрим. Ну, плюс новенькая поприятнее будет, а то она уже, наверное, вся в микробах за 9 лет. Они уже там расплодились внутри, там живут, наверное. Поэтому заменить хочется. А, да, еще и провод, кстати. Вот такой апелляционный провод, он уже трохи от за 9 лет, естественно, немножко вот пошелушился. Где-то нормальный, где возле руки, там, где трется об стол, там, ну, да, где сильно трется, там он и распушился. И вот такой вот, да, здесь еще такая защита от этих, как их называются, это защита, я не помню, от чего, защита, стабилизатор какой-то, типа такой, да, вот, и такой вот штекер. Мощный, такой сильный, в принципе, какая она сама. Вот. Да, вот такая штучка. Еще даже здесь есть такая липучка, которая, типа, чтобы удобно было, можно было. Или это не от этого? А, нет, это не от этого. Это от боя. А, да, все, тогда это не отсюда. Ха! Я забыл. Ну да. Вот так что такая вот мышка. Вот. Такой вот обзорчик на мышку, которую я уже пользуюсь много лет. Так что Oakley оказалась крутой фирмой. Я не ожидал от нее тогда, когда я ее покупал. Я раньше менял мышки, одну, другую там. Я не помню, Bluedi у меня была, потом еще какой-то X-Gaming, что-то такое, не помню. Еще какая-то до нее была. После того, как я купил Oakley, все, больше никаких мышек у меня не было. Пользовался до тех пор, пока не решил, что... А не слишком ли она замученная? Ну, типа, ну что, это уже резинка вся такая вот уже подрябанная. Да, ну Corvus, потому что подрябанная, потому что я ее очищал от этой всей грязи, потому что она вся была такая заляпанная. А если новенькая, вообще кайф будет. Поэтому я просто решил заменить за то, что уже, ну, уже хочется. Вот. Ну и возьму такую же, немножко похожую. Вот, ну а на этом все. Всем покедова.